Ну, в общем, мы решили, что это какая-то дичь, и мы решили сделать вот такой набор. Назвали его «Бич-набор». 1 килограмм за 490 рублей, большой и честный. Вот. Обычно здесь аплодисменты бывают, но что-то сегодня не работает эта история. Собственно, мы это просто выложили, как вы можете догадаться, это разлетелось по интернетику, по конкурентам. Мы еще заправили это дело всякой штукой про рекламу и так далее. И у нас была идея, она у нас не получилась. Мы хотели сделать самые дорогие роллы в России и попасть, собственно, в новости, чтобы об этом написали. Мы заказали акулу, крабов, там невероятно дорогие черная икра, сделали вот такую историю. Тут Гаруда, Пан Сусет, Томми. И вот вы тут не видите, но я могу вам прочитать, что Пан Сусет, например, в переводе с японского, переводится как «снимает трусики». Да. Соответственно, вот эта история, к сожалению, в новости не попала, но для нас это было очень интересным кейсом с точки зрения того, как много есть жителей с большим чеком. Мы потратили примерно 550 рублей на таргетированную рекламу, получили примерно 72 заказа. 72 заказа мы умножаем на средний чек 5500, ну, примерно получаем нормальную такую выручку за 2 недели. Но это было невозможно есть, я вам по себе это скажу. Больше групп, больше скидка – это история, которую мы сделали в прошлом году. И на самом-то деле мы ее своровали, потому что в 2017 году в январе я ехал как-то за рулем и слышал, что в каком-то городе была подобная акция, и все антимонопольщики начали говорить, что компания...